Запись. Мир вам, друзья. Без агрессии, пока без агрессии. А сегодня буду играть на медовом дасле. Тут временно мутал чат сделаю, чтоб проще было вступление сделать. А мид против АД сильно не фартануло, конечно. Столько есть нормальных мидеров, против которых дазл прям имбища. А есть ОД, против которого попробую порыбаться вообще. Так вот буду в астралах стоять пол жизни. Без маны. Но с другой стороны, дазл тоже герой мразотный. Вряд ли ОД сидит и думает, мид против дазла. Скорее всего, он тоже сидит и думает, как же с мидом не фартануло. Вот ты дрянь. Вот ты дрянь. Заказываю себе ботл. По крипстатам пока что идет хорошо. И дальше буду брать себе стики крыжиные сразу же. Играть буду через фаст агоним. Других опций я особо не наблюдаю. Возвращается постепенно. Упс. Я не попал по нему. Вижу, он пропал в последний момент. Ошибочка. Ну ладно, бывает. Левел 14 пачки не апает. Зато вот с этой мы оба апаем. Левел 4. И погнали кидать ему плюхи. Оп, еще одну плюшку можно скинуть. Правда, тавр чуть не захотел реагриться. Опа, а кто это у меня на яд подошел? А кто это такой загадочный на яд подошел? Планируется большая обнова в Доте, большая обнова в Monster College, что особенно важно весной. А вот у эпиков обнова уже вышла. Увы, здесь нельзя раздевать нарисованных девушек. Зато здесь можно переодевать нарисованных девушек. Новая линейка сундуков, нихуя себе. А вместе с ней новая мини-игра «Hook Race». Играешь за пуджа, нужно поймать салфетку. Играешь за салфетку, нужно цепляться за жизнь ВС Руджера. Победки сохраняются, чтобы ты мог залутать мега-сундук. А еще появился новый весенний боевой пропуск. Каждые 15 левелов Аркана, а на 60-м ДК-хук или Скелетон Кинг. Ссылка на все это добро в закрепе. А вместе с ней промо на 15% и экстра попытку в мини-игре. Хорошо. Начались такие у пацана проблемы. Здесь он сейчас меня прокликивать не будет, когда я буду пушить линию. Играю, кстати, не один, играю в пати. Делаю заказ на пати буст. Ссылка в описании, там же ссылка на мой Twitch. Так, и погнали сразу же ультрафаст гоним до всего.
Хорошо. Знаю, правда, меньше, чем я ожидал от этой линии. Зато сейчас он на базу поперся, когда у него огромная пачка крипов под тавром. Мое дело просто помогать им быстрее сдохнуть. И даже на этого не успел. Хорошо-то как. Еще один поезд на него отправил. Мне казалось, пранкану его сейчас. Ладно, я-то ему все равно отправил. Сойдет. Только с базы уже лоу хпшный. Краш ПТшки. Старый билдак на ОД, но он херня. Ну прям откровенная херня. Это на Фурионе Раш ПТшки работает. Давим. Оставишь килл, окей. Спасибо. На фантомку иду тоже. Давай расход. Кто-то у меня такой загадочный леса херачит. Левел 6. Ты разрешал тебе надевать трусы? Ошибаемся. Хорошо. Чапли на Баунтоса. У него получается второй в единицу или в двойку, я таки не понял. По идее в единицу, да? Это думаю, чего он не заспамливает. Тут вот где собака зарыта. Можно мне плюс один в мид? И мы убьем его прямо сейчас. Хорош. Дэмэджа в иллюзиях так смешно выглядит. Я спалился, кстати, где оригинал? Но все равно на меня не нападали в этот момент. Так что нормально. И сейчас еще 14 дэмэдж руками приедет. Слоты сразу подготовлю. А что ты много себе возомнили, Аня? Хорошо. Не молчи в такие ситуации. Надеюсь, он сам справится.
Надеялся, что ТП-шки у нее нет. Этого тоже, этого тоже. Хорошо. Ой, Кач, он мне немножко уступил. Я как раз тут до аганима чутка докачать. Я заберу, спасибо. Как же он двигается круто. Третью игру с ним играю, а третью игру Зива даю, насколько хорошо двигается пацан. Кофе. Ребят, я в игре сейчас. Миша, на записи. Это мы умоляем тебя на 1.6. Хорошо, я доиграю тогда и зайду, окей? А сколько тебе примерно? У меня 12-я минута, но у нас темп хороший. Блин. Очень трудно видно. Так, нас же 6. Mm-hmm. Тихо, Миша играет. Все, я побежал обратно. Саня хочет, чтобы Миша... Мне на телефон Алина звонила, сказала лайф. Им не хватает помощи. Прикинку бы. Ну, тоже жаловаться не приходится. Подхожу, подхожу. Надо брать. На этот раз килл спичу. В прошлый раз я ничего не получил на этапе. Хорошо. Заберу. Спасибо. Что спасибо. В прошлый раз инфа была. В этот раз я просто не ебаться вежливый. Как же взяла карты, квартиру нагрела. Я тупо в бане сижу. Убьем? Не подходи, не подходи, не подходи. Ладно, я сам подошел. Ошибочка. Я фьюз на нем. Да, сдохнет, хорошо. Хотя бы трейд. Хорошо. А этого? Цемочка подцепит. Он плохо идет. А этого? Цемка не подцепит, да? Как мило с его стороны. Проблема на боте, проблема. Охренеть, у нее темп. Она уж почти БКП себе купила.
Бывает, что фантомки на этой минуте только БФ себе купили. Тут же пацан такой заряженный. Я бегу к вам, но это плохой файт. Сенс, у вас у тебя шансы есть? Да, ужасный файт. Нормальный крит, когда у меня доли секунды до грейва. Мне игру сейчас дико подзакинул. В этом моменте 4 удара, 2 крита. Нужно поискать себе немного кача. И с ферстафом, с шардом. Поискать возможности для убийства. Лук. Рей тоже неплохо. Сейчас далеко заходят. Далеко заходят. Вышли. Пакостники такие. Ты понимаешь, как, кстати, откатывается ультимейтом и нейтралки? И в комментариях на это мое внимание обратили. Я этого не знал. А вот это говно можем? Бегу. Не, говно умное. Не было. Да, я сам виноват, что не сказал себе. Кач надо делать. Сканды будет играть фантомка, получается. Блядь, ошибка. Расход, расход, мы сейчас не подеремся. Нормально уж точно. Подраться-то подеремся. Ну отойдите, алло. Понял. Антимага, главное, вывезти. Да, вывезли. Но горка у нас все равно очень сильная, нас Магнус затащит. Можно еще не переживать. В прямом смысле затащит. Забирай. Так, ну в принципе, у меня все еще есть шансы стать кором. Но они призрачные. Если игра не затянется в супер-пупер-мега-гипер-лейт. А что получается, это доступный фарм? Бери кач. Я думаю, что они в засаде стоят. Шо? Лезет из меня ростовский говор.
Мне раньше не было, пока в Ростов не приехал. Сейчас мама с моего акцента рофлит. А я с ее рофля. Ща бы не гэкать в 2024-м. Извините. Есть у вас план, как выиграть не через Магнуса? Потому что у меня нет. Заберет, даже не буду просить оставлять. Ставрону быть вражеским прощаемся, хоть какой-то трейд. Баран, у тебя чардж взял. Мне кажется, на бот просто. Так бы этот все-таки. Это похоже на то. Будем дефать. Не, подефаем только горку. Это не подефаем, Магнус нужно кач искать. Иди качать вот здесь. Они скорее всего пойдут еще один тазотавр. Хотя есть спец немножко покачать гарпун. Знаете, маг. Наверное, трижды пожалел об этом телепорте. Хотя бы я попробую отсюда свалить, чтоб ему игру не руинить. Мата под 40 нет. Это ошибочка с его стороны, на самом деле. Что, нахуя мид выигрывать, если от этого все равно ничего не зависит? 20 секунд АП. Глиф, держите на файт. Ага, удержали. Бывает. Мечблейд нужен здесь сейчас. 5 секунд топа. Да нет, там встало, не вернули. Да как он затрахал на этом? Затрахал это про него, это правда. Не успел. Башер есть, башера нет. Ладно, Егу выбили в сторону, удержали, сойдет. На топ есть плюс один? На ванпост. Есть, но сейчас. Не так далеко. Вот ты будешь, ты пешнулся. Но ему идет помощь. Выйти.
ведь, ведь. На кого-то из вас бежит. Третий терчит свипим, полегчает немножко. Даже и генет-сторона есть. Это расклад, который, ну, гораздо лучше, чем то, что я ожидал, когда Магнус все еще без гарпуна. Продай вот эти, вот это все говно, чтобы гарпун был к слайду. Да там его. Лечу, лечу, лечу. Не зря кидал, получается. Критуля такая сочнейшая. Копирую, я соберу, если чё. Магнус, иди сюда, делай кач. Антимаг тоже выйдет с базы. Нужно кач искать. Не будем качаться, проебем. Даже если кто-то умрет в процессе кача, ничего страшного. Ладно, не стоять просто. Фантомка за руны мудрости пошла, кстати. Есть микрошанс напасть. Не хватило. Хотя... Они без удара можем принять файт? Не, и без фантомки. Фантомка руну мудрости взяла и, блять, качается. Тия. Я без хпа. Гарпунь свинью. Ой, как хорошо. Чезить, чезить. А, это брошенный рапира. Давайте ДПС от Poison Touch. Ладно, они нам ничего не пушат от слова совсем. Мы фоты набираем. Факты, факты. Тупи забирает АМ. Какой фарм забираю я тогда? Вопрос открытый. Бери. Плюс. Бери. Поэтому я говорил, бери. Так бы я новый батл купил под такую руну. Тангус ношу на удачу. Главное, этот тангус не предать. Не ловил, как у фантомки. Когда у нее игра прям идеальная. И значительно выше, чем моды. Так что своим темпом я доволен. Можем перерезать их. Максимум трое. Да, да, их трое здесь. Я чё, понял, не дожимаешь? Понял, выйти. Кентавр и фантомка без ТП-шек. Фантомка разве без ТП? А, да. Да. Она здесь. Блядский хуй. Я думаю, она не могла быть без стопа. Блин, есть метание? Ну, в сторону потеряли. Успеем еще вернуться, расслабься.
Табара бежит. А да. Охуе. Аня. Прошел крипов бежит. Ну я скинул выкуп из минусов из плюсов, охуенный файт. Рошана причекаешь, пока пушишь? Они за резидент его убивали, вроде 21-е. Есть Рош. Погнали убивать его. Они все апаются. Будем встречать тогда сейчас на аванпосте. Но они видели Магнус, меня бежи. Еще. Магнус, беги к нам. Нужно поставить кого-то в решпит, чтобы скан задел. Ну, я остальные без, остаются. Я без ну нихуя без резов. Ох, бля. О, я здесь, я рядышком. Бару, выцепи быстренько. ОД отменил, ОД отменил. Это наша. Я убил. Хорош. Бля. Я покажу, я покажу. Я в лотаре, они об этом не знают. На мне мортра. Грейв будет. БКБ перекатить, 2 секунды БКБ. И погнали в решпит сразу. Я возьму Эгис, потому что я без БКБ. Хорош, хорош. Курьеров на терминатора поставите, я терминатор ёбну. А это разве работает еще? Да, да, работает. Да. Давайте охладимся пока что. Возьмем кача побольше с Эгисом. Мы раскачаемся, потом на последних полтрима вас выведем. По сути, к тому времени и байбек уже откатится плюс-минус. Делаем жесткий кач. Аркейн, будешь брать? Забери, да, забери. Напечусь эту пешку вообще моментально. Кач на топе мне не достанется. Погнали здесь делать кач. Ну, кстати, белки. Белки и бомбый шар. Бабочка есть, он КБшка есть. Эбисл в планах, хорошо. Не думаешь бы КБшку взять вместо Эбисла? Чтобы дальше пожить. Думаю. Можете сделать файт, я собью телепорт, да? Ой, вот это вышло, вот это вышло, выйти, 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 выйти. У меня ультать или оставаться? Ультать, ладно, ультать. Остаюсь. Ультать, ультать, ультать. Блять, ладно, окей. Белка, пуш бот, я пушу мид. Да я пока еще не покупаю, я держу бани, пока думаю, что брать. ПКБшка. Идеальный вариант. Чтоб тебя ОД чистыми не ёбнул, у нас мидшлейера нет. Пизда. Но у них две линии горят. Я схипну пачку. Давай. Белка, иду на там тебя убивать бару. Я убью эту пачку, вообще не переживай. Ага. Ты не спеши с телепортом. Я хипнул здесь. Я без тфайга хоть. Здесь фарт возможно. Так, они на белку все идут.
На, я шел к белке бару убивать, не дошел чутка из-за этой пачки. Мид пуш, мид. Антимагнат тут перетягивается. Ты мобильный. Хотя я ТПшный сейчас похуй. Макаба вот так. Можете убить бара? Там йоу вся хуйня. Йоу просто не убить под бульдозом. Кешки. Сколько там Аегис? 1.5 минуты. Можно стакаться, сажать смог, идти в них. Я как раз БКБ добью пока. Давай. Нам по топу дайте. Опачки, а он, по-моему, сдохнуть хочет на гримстроке. Грима заскала, чё? У них тройки варды, мужики. Фантомка здесь, фантомка. Я с Эгисом. Порвал бару. Не дотянулся, сори. Битя, дай он без аганима. Они все умирают. Ай, красавчик. Игрима. Бара, бай. Бара, посыпаю. И у нас еще баннер есть, мы еще пропушим. Я быстро на базу и вернусь. Я с ульты откатываю ТП-шку. Давай, там грим сейчас солит белку. Возвращаюсь к вам. Не до фула, так что побью похуй. Выйти, выйти. Клифет достаточно. Руны, посмотрите, активные. Блять, прошу прощения. А меня идут убивать уже. Не против антимага такое покупать. Не против антимага. Заберешь или все? Можем на боте сейчас убить. Убиваем, убиваем, убиваем. Все, все сюда, все сюда. Блять, сорчит меньше кастрэндж, чем атака. Несколько раз давил это говно. Фантомку, фантомку. Фантомка охуела в край. И по боту сразу. Надо прилечь, спина болит. Я без выкупа. Я улы не пошел. Сейчас под тачку зайдем. Вот ты увидишь сразу визе.
ПОД, ПОД, ПОД работает. Давай трон. Мегас все равно закрыт у нас. Красавца, парня. Так а кто ты на дезле? Алло. Пойду. Ютубер, ютубер. Смотри, учись, Гудвин, Миша, Ёж. Понятно. О. Всем огромное спасибо за просмотр. Пати сдаю. Спасибо. В описании ссылка на Twitch, на Пати Boost и мир вам.